С рабочим визитом Ленинский район посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Законодатель побывал в только что построенном втором корпусе детского сада «Колобок», что расположен в микрорайоне Купеленко. Новое здание рассчитано на 140 мест и построено по индивидуальному проекту. Владимиру Жуку показали спальни, комнаты для игр и развивающие классы. Уникальность постройки – потолки высотой 7 метров в музыкальном и спортивном залах. Большие площади позволяют заниматься, например, в спортивном зале не только обычными занятиями физкультуры, но и дополнительными секциями баскетбола, футбола. Здание рассчитано на 6 детских групп. Большие окна и просторные светлые помещения. На первом этаже будут расположены ясельные группы, на втором – младшие, а еще выше – старшие. В детском саду есть современный пищеблок и удобные санузлы. Оборудованы специальные места для тематических кружков. Данный проект реализовался в течение года. Таких сильных каких-то остановок не происходило. В принципе, мы его достроили на точно срок. Детский сад соответствует всем современным техническим стандартам и требованиям. Всем увиденным Владимир Жук остался доволен. Здесь, в Купеленке, сад уже закончен. Вся отделка сделана, оборудование завезено. В общем-то, в ближайшие дни планируем получение документации, необходимой для ввода в эксплуатацию. И сад откроет свои двери. Стоит отметить, что педагогический коллектив уже сформирован и готов приступить к работе. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.